Сбылась давняя мечта. Посидеть дома. Так, то есть ты пришла сказать, что никуда не ходила? Да, никуда я не ходила, соблюдала режим. Так, кстати, самоизолировалась. Только по каким-то делам выезжала. Работа, учеба. Но соблюдала правила. Это антисептик всегда был под рукой. Маска. Ну и, конечно же, соблюдала расстояние с другими людьми. И правильно делала. Ну и чем же можно все-таки себя занять дома, когда вот таких вот выставок, кинотеатров и походов каких-то исторических мест не предвидится? Ну вообще, на самом деле, дел дома, которые можно найти, много. Главное – желание. Можно что-нибудь вкусненькое спечь, порадовать своих родных. Можно посмотреть какой-нибудь фильм интересный. Можно перебрать старые альбомы, кстати, свои, привезти в порядок. Ну и, конечно же, почитать старого доброго друга какого-нибудь книжечку. Вот, мы заметили, так. Что за книжка? Да. С чем ты к нам сегодня пришла? Сегодня в гости я пришла не одна, да, я пришла со своей любимой книжкой. Это книга Даниэла Киза «Цветы для Элджернона». Эта книга написана в жанре эпистолярного романа, то есть все, что рассказывается в книге, это как дневник. Каждый день это отчет парня Чарли Гордона, который родился умственно отсталым. И вот выпала такая возможность. Ну вот, кстати, он всегда тянулся к знаниям, что его отличает. Да, социальная составляющая, он всегда тянулся к знаниям. И вот выпала возможность провести эксперимент над ним, для того, чтобы он стал умным. И вы знаете, у ученых это получилось. Но есть такая, как не знаю, пословица или как, умножая знания, умножаем скорбь. То есть все-таки мир перестал сиять такими красками. Что создала природа, наверное, то и не стоит человеку трогать и лезть дальше. Ну, я думаю, что каждый зритель наш может почитать и сделать собственные выводы. Согласна, на какой возраст рассчитана книга. Я думаю, что эту книжку можно начинать читать в средней школе. Ну, я знаю, что американские подростки, ты рассказывала, что очень любят ее. Это обязательная книга, которая включена в программу подростков в Америке. Вот, поэтому... Тут, кстати, есть интересный момент. Где-то первых 50 страниц, когда вы будете только пробираться в середину книги, написано она с ошибками. То есть, я же говорила, что это дневник. Значит, здесь все орфографические и пунктуационные ошибки, они присутствуют. Так что учителям русского языка нужно брать сразу красную ручку и сразу делать пометки на полях. В общем, ты умеешь заинтересовать. Книжечку мы у тебя арендуем за эфиром. Отлично, потом обсудим. Да, не всем ведь подходит книгочтение постоянное. Чем еще себя занять вот на этих выходных? Но об этом я расскажу вам с удовольствием в рубрике «Пара выходных». Всем привет! Меня зовут Настя. Обычно я рассказываю о том, куда можно сходить в выходные. Но этот уикенд я настоятельно рекомендую провести дома, в теплом семейном кругу. Специально для зрителей программы «Ранёхонька» я составила список хороших фильмов на любой вкус. Поехали! Предлагаю начать дайджест комедии «Громкая связь». Немного о сюжете. Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру. Участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они представить себе не могли, какие удивительные открытия им предстоит сделать друг о друге. Хорошая комедия под лозунгом «Все тайное становится явным». И если в детстве нас научили не лезть в чужие дела, переписки и прочее, потому что это неприлично, то во взрослой жизни это становится даже опасно. Приятного просмотра! Любителям мистики предлагаю посмотреть кинокартину «Сонная лощина». Сложно отнести этот фильм к определенному жанру, ведь режиссер Тим Бертон создал нечто похожее на страшную сказку, настоящий фильм ужасов с детективным сюжетом. Но несмотря на то, что фильм вышел больше 20 лет назад, и сегодня он может похвастаться отличными спецэффектами. Недаром получил награду премии «Оскар» за лучшие декорации. Немного о сюжете. Главного героя Икабода Крейна, которого, кстати, играет Джонни Депп, молодого констебля отправляют в местечко «Сонная лощина» для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крейну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. Эта лента точно заслуживает вашего внимания.
Есть в этом дайджесте и фильм, который придется по вкусу мужчинам. Кинокартина «Зеленая книга» переносит нас в 60-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняет классическую музыку. Собирается в турне по Южным Штатам, где еще сильны расистские убеждения. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих. Кстати, эта кинолента получила 3 награды премии «Оскар». Одна из них – лучший фильм. Стоит ли еще что-то добавлять? А девушкам предлагаю к просмотру фильм «Без меня». История о двух девушках, полюбивших одного мужчину. После его гибели они получают сообщение, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, застоящую за загадочными посланиями. Небольшой совет: перед просмотром фильма лучше использовать водостойкую тушь и держать платок под рукой. Ну и, конечно, не могу отпустить без хорошего мультфильма. Хотя, чего мелочиться, назову сразу несколько работ. «Король Лев», «Шрек», как бонус еще 4 фильма продолжений. «История игрушек» и более современные «Тайная жизнь домашних животных», «Гринч» и «Смолфут». Записали? Мультфильмы подходят для просмотра всей семьей. На сегодня все. Будьте здоровы, берегите себя и позаботьтесь о своих близких. Хорошего вам настроения. Пока-пока.